богемный образ жизни, то есть какой-то, ну скажем, отдаленный от такой бытовой жизни. Ты понимаешь, это все пустые слова, как бы слова? Ну нет, ну почему? Очень многие ведь артисты, в принципе, они живут очень отличной жизнью. Ну что, у нас есть, мы, короче, у нас по утрам вырастают крылья белые, и мы летаем в воздухе, в принципе, до обеда летаем. А вечером мы сползаем с крыш, садимся и едим прекрасные креветки, выловленные только что из моря. Каждый божий день креветки. Так не только креветки, а по вечерам торты из креветок едим. А икрой обжираемся, как полные индюки. Шутка, конечно, это все. Ну, и вам просто... Маэстро, маэстро.